При помощи плазмафереза из крови удаляются метаболиты, продукты естественного обмена, продукты нарушенного обмена, избыточное количество медикаментов. Во время процедуры вредные вещества в плазме замещаются донорской плазмой. Иногда требуется несколько процедур. Плазмаферез осуществляется по следующим показаниям: токсическое поражение печени, передозировка медикаментами, повышение вязкости крови, длительная инсулинорезистентность у пациентов с сахарным диабетом в виде сопутствующего заболевания. Процедуру проводит врач-трансфузиолог, который имеет большой опыт работы с онкологическими пациентами. Во время плазмафереза отслеживаются показатели насыщения крови с помощью кардиомонитора. Устанавливается одноразовый катетер в периферическую вену или центральный катетер. После процедуры пациент находится под наблюдением врача в течение 2 часов. Врачи Юсуповской больницы выполняют плазмаферез как дополнительную терапию к лечению основного онкологического заболевания и основываются только на методах доказательной медицины. Юсуповская больница сотрудничает с одним из крупнейших банков крови.